У нас в Украине более 90% это восточные славяне, и у нас нету такой разношёртности, как это присутствует в Азербайджане. Для меня это было очень важно приехать и посмотреть, как люди разных национальностей и религий уживаются на территории одной страны. Потому для Украины этот опыт, он очень важен. Я надеюсь, что в дальнейшем я смогу с своими знаниями поделиться с другими людьми.